Всем салют, друзья! С вами снова канал Опасная Зона, и мы продолжаем проходить Hellblade. Погнали! Финал игры. Мне жаль, но я не просила вас быть частью меня. Если не хотите умирать со мной, уходите. Пожалуйста, остановись. Ты не вернешься, если пойдешь туда. Идти назад я тоже не могу. Теперь друг у друга есть только мы. Не оставляй меня. Все страдают. Они были правы насчет меня. Сено, послушай меня. Забудь о них. Они боялись. Как дети, которые боятся темноты. И я боялась. Они выдумали чудовищ, чтобы заполнить пустоту. Но от этого чудовища не стали настоящими. Они сделали их настоящими. Нет! Нет, не оставляй меня, пожалуйста! Опустоши свою душу и избавься от прежней Сенуа, ибо в ней твоя слабость. А тьма ее найдет. Все, мы избавились от голосов. Пора отправляться в последний бой. Все совсем не так, как в старых легендах, не так ли? Благородный воин в поисках победы и славы противостоит злу. Все очерчено ясно. Но это место... Нет, оно не такое. Оно будто бы знает, что источник мучений внутри. Воспоминания, которые не победить, от которых не убежать. Это и есть Хель. Да, три столбика я не нашел, к сожалению. Три стойки информации пропущены. Мама? Отвернись, Сенуа. Не смотри на меня такую. Не смотри на меня. Ты видишь, Сенуа? Ты видишь тьму, лики страха и страдания. Ты видишь? Теперь я все помню. Ей больше нечего бояться. Боги спасли твою мать. Моими руками. Ты убил ее. Такова воля богов. Пошли эти боги, ты сделал это с ней. Почему?
Вот что станет, если слушать голоса Нижнего мира. Они проникают в твою душу, и ты гниешь изнутри. Бросишь вызов богам, как твоя мать, и тьма придет за тобой тоже. Ты понимаешь меня, Сенуа? Я понимаю. Ты проклял меня, твое безумие. Ты создал тьму. Я была ребенком. Ты создал тьму. Ты создал тьму, чтобы прятаться за ней. Только страдание приносит спасение. Таков обычай богов. Все это ложь. Ты лжец. Она не отвернулась от богов. Она отвернулась от тебя. И за это ты убил ее. Ты не молилась богам. Ты молилась на свою мать. Твоя мать тоже была слишком слаба, чтобы сражаться с тьмой. Она бросила тебя. Она тобой измучена. Ты убийца. Ты и есть тьма. Годы одиночества, боль, которая по-прежнему преследует тебя. То был единственный способ бороться с проклятием, лежавшим на тебе. Ты лжец. Тьма внутри тебя, и она тебя уничтожит. Ты лжец! Нет, Сенуа, тьма здесь. Хочешь, не хочешь, а это так. И она будет смотреть на тебя в тот миг, когда ты испустишь дух. Ты не убьешь меня. Но понеслась. Я вижу тебя насквозь, тьма. Ты лжец и убийца. Если ты и вправду Хела, у меня в руках меч, разящий богов.
Так, нам нужно как-то этот мост восстановить. С какой стороны на него нужно посмотреть, интересно? Странно, странно. Опа. Так, 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 так. Что-то двигается. А, может быть, просто нужно фокусироваться и идти по нему. И тогда он восстановится. Да, похоже, что так. Посмотри на себя. Ты бежишь вперед, но движешься назад, все глубже увязая в своем кошмарном прошлом. Поиски Диллиана — твоя ошибка. И на самом деле убила его такая же ошибка. Сейчас нам предстоит вторая битва с кучей народа. Да уж. Я пытаюсь спасти тебя от тебя самой. Ты все еще веришь, что это ложь, черная чума, убийство Диллиана северянами? Ты сама это все видела? Ты сказал всем, что я проклята. Они тебе поверили. Я тебе поверила. Скажи мне, Сенуа, где же тогда душа Диллиана, если тьма — это ложь? Как ты его спасешь? Он здесь. Я знаю, что он здесь. Диллиан, я знаю, ты здесь. Держись. Я найду тебя. Да ладно, опять этот ворон. Мы же его грохнули уже. Диллиан, где он? Ты снова хочешь обмануть меня? Я знаю, он здесь. Ты забрала его у меня. Он у тебя. Диллиана больше нет. Диллиан мертв. Отпусти его. Я тебя предупреждаю. Иначе что? Что еще ты можешь сделать со мной? Давай, давай, сразись со мной. Ох, сейчас ты напросишься с сену, а я чувствую. Вот он, главный босс. Ох, черт.
Ты предала собственного отца, предала своих богов ради того, чтобы искать Диллиана, искать любовь. И смотри, куда это тебя привело. Откажись от борьбы, откажись от обещания, откажись от Диллиана. Не допусти, чтобы кто-то еще пострадал от твоей тьмы. Слишком много противников. Слишком много. Но они рисуются и рисуются новые. Капец. Ах. Вставай. Ай-яй-яй. Ну да, друзья, похоже, здесь победить невозможно. Как ни старайся. Нам всю игру намекали, что Сенуэ не удастся. Ничего поделать. Ни с голосами, ни с этими богами, ни с северянами. К сожалению, нам не победить. Неохота сдаваться. Неохота. Watch
your battle. Все, друзья, это... И самое обидное, что Хелу мы не можем никак привлечь к этому действу. Если ты лжешь, если нет тьмы, значит, ты не отнимала его у меня, правда? И я не смогу спасти Диллиана. И ты хочешь, чтобы я в это поверила после всего, что ты сделала со мной, с ним? Нет. Ты не ложь. Но ты лжешь. Ты проникла в меня, чтобы смущать и путать меня. Но я знаю, что он здесь. Я знаю, что он у тебя. Я отдам тебе свою жизнь. Ты ведь этого хочешь? Мою душу. Возьми ее. Я буду твоей рабой, твоим воином. Я буду биться рядом с тобой, когда настанет Рагнарок. Если ты его отпустишь. Но если нет, тебе придется убить меня, потому что больше у меня ничего не осталось.
ни страха, ни ненависти. Ни цели. Ничего. У тебя нет надо мной власти. Это фиаско, Сенуа. Полное. Я научился, хотя и с большим трудом, Сенуа. Не бояться смерти, потому что жизнь без утрат — это жизнь без любви. Если отвернуться от смерти, то увидишь только тень, которую она отбрасывает. Чем больше от нее прячешься, тем длиннее становится тень, пока она не покроет все тьмою. Когда придет наш черед, мы должны посмотреть смерти в лицо и приветствовать ее как старого друга. Только тогда мы освободимся от страха и от тьмы. Не забывай, как ты смотрела на мир ребенком, Сенуа. Каждый осенний лист — картинка. Каждое плывущее облако — живое. Каждый день — новая история. Мы тоже происходим из этого волшебства, как волна исходит из океана, а потом возвращается в него. Прощай, моя любовь. Не печалься о волнах, о листьях и облаках. Красота и чудо мира никогда не покидают нас, даже во тьме. Они всегда рядом. Ждут только, когда их увидят вновь.
И голоса вернулись. Ура! Привет! О нет, тьма наступает. Стойте, стойте. Это что-то другое. Все нормально. Здесь когда-то началась моя история. Здесь она и должна закончиться. Потому что дальше я не могу идти. Пойдем с нами. Это еще не последняя история. Друг мой, иди с ней. Теперь ты станешь очевидцем этой истории. Прощай.